Ну что, хочу поздравить ЦСКА и тренера Димитриса с очень хорошей игрой. Так как Фридзон говорил, что мы не должны дать ни единого шанса Химкам почувствоваться на этой игре. Так и случилось. Практически проиграли игру уже в первой четверти. И было только вопрос разницы, сколько проиграем, 20, 30, 15. Ну, что скажу про свою команду. Да, мы много сил дали в этой серии с Локомотивом. Но сегодня я не видел ни желания, скажем, энтузиазма. Желание, может, и видел, но такого энтузиазма, ни этой энергии, которой мы отличаемся от других команд. Я думаю, как тренер, что это, видимо, эта серия с Локомотивом дает о себе знать. Все-таки ЦСКА имела больше времени отдохнуть, они выглядели два раза быстрее и на мысли, и в физическом плане, везде нас опережали на метр, на секунду. Ну, итог таков. Хорошо, что формула соревнований нам разрешает опять собраться, потому что эта разница не имеет никакой разницы проигрыша, очко или 30. Мы должны собраться, отдохнуть и попробовать еще раз. Нам, скажем, игра сразу не сложилась. У нас один центровой, две первые атаки, он получил два фола. Мы были вынуждены его снять, Дэвиса. Ну и это, конечно, это ЦСКА, это команда такого уровня, которая никогда на каждую слабинку не даст промаха. И когда всегда используют вот эти слабые места, что они сегодня и доказали. Ну, не знаю, надо будет что-то пересмотреть, надо будет, думаем, что, может быть, Джеймс Огастин к нам уже подсоединится, хотя тоже месяц без тренировок, не знаю, как там, какие его возможности, но будем что-то лепить, а куда деться. Верите, что возможно переломить и победить? Да, верю! Ну как, ну слушай, проиграли игру, какая причина? Я тебе комментирую, как, что я? Радоваться мне, что ли? Вот задал вопрос. Молодец. Знаете, как, когда ты имеешь такую команду, как ЦСКА, когда сидит 12 на скамейке в течение сезона, и еще 4 за кольцом, если вы видите на первом, да? И они ротацию делают. Так, дайте я скажу. Ну, я знаю, что вы очень хороший специалист, но, может, я скажу, хорошо? Вы спросили. И тогда они в течение сезона могут все играть по 17-18 минут в течение сезона 10 месяцев, не меняя результат, потому что у них игроки такие, мы не говорим про бюджеты, да, потому что не всегда бюджеты играют, но игроки такого класса, да, тогда это одно. Когда мы потеряли в течение сезона Марку Поповича на 2 месяца, да, потому что сорвал мышцу, потому что у нас жесткие тренировки, жесткие игры, мы играем все время, у нас нету ходьбы, иностранец, не иностранец, мы все время боремся до победного. Мы выиграем, проигрываем, но нам, вы скажете, как Тараканов говорит, повезло опять, Римас, тебе опять европейский кубок выиграл. Опять повезло, да, не повезло, потому что мы так работаем. На износ, я так скажу, да? И когда Райс не может играть 20 минут, потому что его некому поменять, потому что Марко 3 месяца не играет, и Райс играет мне эти 3 месяца по 35 минут, конечно, есть большая вероятность, что он получит травму. То же самое с большими. У нас мы пол Дэвиса не имели 4 месяца, да? 2 операции сделали. И тогда, ну ладно, мы тогда заиграли Потеева. Но тогда мы потеряли Джеймса, потому что он пошел Фесенко накрывать, и рука попала между двумя руками. Ну как ты можешь предвидеть перед... Ты можешь только предвидеть перед сезоном, купить на 5 игроков больше, вдруг кто-то сломает кому-то руку. Ну и вот такие мы подошли, знаете, мы... Мы играли на максимуме весь сезон, мы заняли свое второе место в регулярке, мы вышли в финал, мы победили в Еврокубок, получили Евролигу. Я не вижу, эта серия не закончилась. Потому что эта серия не с одного матча, эти серии плей-оффа и придуманы, что если вы следили за NBA, некоторые серии, эти команды проигрывали 30 очков, а через день отыгрывали. Я даже сказал после того, когда мы проиграли первую игру в Краснодаре, 20, там 25, я команде что сказал, может даже и лучше, что мы 20 и не очко проиграли, потому что им кажется, что они такие, а мы знаем, где наши беды.
И это все оказалось правдой, да? Сейчас я не говорю, ЦСКА это супер клуб. Это я говорю, я думал, что в этом году это уж точно выиграть Евролигу. И болел за ЦСКА. Я знаю, как они играют. Я приезжаю каждый раз здесь, смотрю, как играют, потому что они красиво и хорошо играют, да? Ну, сегодня они нас обыграли. Сегодня посмотрим, что пойдет дальше.